На очередном заседании Общественной палаты Твери обсудили подготовку жилого фонда к отопительному периоду. Общественники обсудили предпринятые меры по пуску тепла. Подробнее в нашем следующем материале. Основные работы к отопительному сезону в Твери выполнены. Проведена наладка системы и устранены выявленные повреждения на трубопроводах, а в отдельных случаях ремонтные работы произведены на внутридомовых сетях и в теплоузлах. На данный момент во все социальные объекты подано тепло. По словам начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации Твери, начало отопительного периода прошло в штатном режиме без масштабных срывов и аварий. Однако существовал ряд локальных проблемных точек в микрорайоне Южный. Почему нельзя было провести соответствующие ремонты? Вопрос, как у меня и как у жителей домов. Летний период, да, для того, чтобы уже когда пришли морозы, квартира стала холодной, было тепло. Для выявления проблем общественники высказали предложение, чтобы устранять все повреждения в летний период. Чем больше будет выявлено в летний период этих повреждений и устранено, тем меньше будем страдать мы, наши жители, в зимний период от отключения. В Твери тепловые сети прошли все гидравлические испытания, которые завершились 15 сентября. По программе ремонта заменено 16,2 километра сетей. Наибольшее число ремонтных работ было проведено на распределительных сетях. Тепло-то, конечно, дали. Горячую воду дали. Все дома, в принципе, сегодня с информацией 2383 домов уже подключены. Это по информации. Для улучшения качества подготовки и прохождения следующего отопительного сезона городская общественная палата предложила активно взаимодействовать с органами местного самоуправления, проводить разъяснительную работу среди населения о текущих работах и их сроках.